Здравствуйте! Сегодня я буду играть в такую прекрасную игру, как достать соседа симулятор. Короче говоря, это новый выпуск по модам на когда соседа, но прежде чем мы приступим к модам, я вам покажу парочку фанатских игр на когда соседа, которые мне тоже присылали и уже, наверное, больше месяца ждут. Ну и, собственно говоря, давайте-ка узнаем, собственно говоря. Так, прежде чем мы начнем, мы, наверное, сначала... Я говорил, что в понедельник должен это видео выпустить, но не получилось. Я сказал, что меня в гости позвали, вы там развыступались в комментариях, там двое даже скандал с друг с другом начали, где спорили, что лучше, когда соседы или хлоны. Ребята, не надо так. Не надо этого делать. Ну, не... Я же не все время готов. Я же не все время могу это делать видео. Так уж получается. Я бабушку эту двоюродную не видел 3 года, и она меня позвала в гости. И как я мог от такого отказаться? Это важнее, чем видео снимать. Тем не менее, я его выпускаю сегодня. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут по меню. Такой вот логотип игры и... Обалдеть, я только сейчас это заметил. Вот здесь, конечно, сложно разглядеть. Но видно, что Ольга какая-то слишком толстая здесь. Ну, короче говоря, мы видим 60 кадров в секунду. Видим авторов. Спасибо огромное вот этим ребятам. К сожалению, меня здесь нет. И, ребята, зачем вы уродуете Лунтика? Лунтик такой хороший персонаж. Нафига его надо было? Так, портить. Короче говоря, начинаем игру. Так. Винсент Ротвеллер решил забыть свои проблемы, полностью перестроить свою жизнь за одно и то. Поначалу всегда тяжело управлять сценом, кликайте на те места, куда ему нужно идти. Покупайте то, что он просит, собирайте необходимые ресурсы. Ого, это совсем другая игра. Ну, давайте. Окей, и что тут делать? Сосед никуда не идет у нас почему-то. Так. Так, где у нас тут инвентарь? Ага, окей. А как его использовать? О! Прикольно. Блин, какая громкая музыка. Очень громкая музыка. Но тише. Но я до минимума микшер, кстати, выкрутил, и все равно громко. Тише сделать уже нельзя. У вас нет еды, купите ее. Так, давайте купим. 4 монетки у нас осталось. Еще. О, еда. Так, все, это выполнено, я так понял. А что у нас с покрасочкой? Нифига себе, вот это звуки. Нет краски, купите ее. Так у нас закончились доллары. А где я средства взять должен? Заново, что ли, началось? Ну, давайте разберемся. О, что это было? Это я денег взял, что ли? Каким-то образом. Так, у вас нет еды, купите ее, давайте купим. У нас их нету, но при этом и есть. Что за бред такой? Так.
У вас нет еды, купите ее. Давайте посмотрим, что еще можно сделать. Щелкаю везде, вроде ничего больше не жмется. Краска-то уже выполнена, а вот еда выполнена. Средств недостаточно, но это понятно. Короче, какой-то глюк произошел. Ну-ка, если заново. Так. Мы заработали $2, я понял. Ну, не хватит у нас денег на это. О! Еще $2 заработали. Но. Так, ну у нас не хватит денег. Еще $2 заработали. О, выполнено задание. Короче, в первый раз что-то глюкнуло, наверное. Не работало. Ладно, давайте смотрим, что за второй уровень у нас. Сосед доделывает ремонт. Он продолжает клеить обои в гостиной. А также он очень любит попить кофейку. А потом и не грех, и не поспать. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь такое. У вас нет краски, купите ее. Продать можно что-то. Так, ну, бутылку может продать. Вот, только нам надо ее найти сначала. Я ее не наблюдаю здесь что-то. Покупаем краску. О, собакина появилась. Продаем. И мы зарабатываем сколько-то там долларов. Я не проглядел сколько. Еще зарабатываем. И еще зарабатываем. И еще зарабатываем. Класс! Продолжаем. Продолжаем, ребята, зарабатывать. Мне очень нравится такой способ заработка. Так, ну ладно, давайте займемся делом. Собака мешает вам уснуть. О, вот он, как, все. Ха-ха, вот это звук. Ну, кто так храпит, я не понимаю. Так, все, сон мы сделали. Горшок с мочой переполнен. Чего? Мы нашли бутылку какую-то. А, это, или это и есть горшок с мочой. Уже предел, походу. А, нет, это 0,5. То есть здесь такие даже единицы есть. Плюшевый мишка. Купили. Так, продаем еще бутылку и покупаем плюшевого мишку. Дрыхнем, странно, пыхтим. Так, ничего себе, все драгоценные камни даже есть, видимо, много зарабатывает. Хорошо, итак, мы тоже будем зарабатывать. Давайте еще раз. Ой, 40 секунд осталось. Я боюсь, что мы не успеем, нифига. А, все, краска выполнена, уже не надо. Чашечка кофе. Покупаем кофе.
Выпиваем. За 30 секунд нам надо успеть сделать это. Покупаем кофе. Ай, блин. Ударился случайно. Ну что ж. А, тут еще... А, минуточку. Тут еще один уровень есть, оказывается. Давайте посмотрим. Между первой и второй промежуток небольшой. Ох, какая рифма-то классная. Ремонт закончен. Сосед сидит на диване и медитирует. А еще бухает. Чем еще заниматься старому одинокому мужчине? Но правила гигиены нужно соблюдать, поэтому дальше он идет чистить зубы. Ну давайте проверим. О, ночь даже. Во-первых, мы должны полежать в кресле. Покупаем подушку, а у нас нету денег. Так, ребята, давайте снова зарабатывать. Очень интересным и необычным способом. Покупаем подушку и используем на кресле. Итак, давайте снова зарабатывать. И покупаем... Так, стоп. Куда нажать-то здесь надо? А, подушку надо 4 аж раза тут это делать, нифига себе. Так. Покупаем подушку еще раз. Делаем это еще раз. Дрыхнем. Покупаем подушку еще раз, это делаем. Это долго, блин, ребята, это долго. Покупаем подушку. Лежим в кресле снова. Так, кресло выполнено, давайте бухать. Но давайте сначала будем зарабатывать, как надо. Покупаем бухло. Заработал я бабло и куплю себе бухло. Я покупаю все самое дорогое пойло. Так, бухло. С бухлом покончено. А это что-то не работает. А. Нам нечем... Ага, работает первое. Только нам не на чем зарабатывать уже. А, вот собака появилась еще. Покупаем, зарабатываем. Покупаем щетку. Классные звуки, ребята. Просто классные звуки. Спасибо вам за демо-версию. Спасибо вам за игру. Вы прошли демо-версию. Ожидайте полную версию. Либо же вторую. Демку скоро времени. Ну что ж, интересная игра. Давайте поставим ей плюсик. У нас есть еще одна фанатская игра. Поехали. Так, наверное... Чет-чет-чет-чет-чет. Ой. Наверное, Самар... Кпинбар... Нипалоло... А, это 1.10. NF Neighbors from Hell Runner. Соседи из зада. Бегалки-догонялки. Погнали нафиг. И что тут делать? А, я вспомнил. Я вспомнил, я уже пробовал эту игру запускать. О, господи, какой звук громкий, блин.
Здесь надо бежать от соседа. И бежать так, чтобы он нас не поймал. Только Вуди как-то странно бежит. А он узнает, что мы здесь или нет? Вот это реально интересный вопрос. Никакого звука, кстати, в игре нету. Можно ходить везде. Найс. Анимации кривоватые, конечно, но да ладно. Вот и закончилась игра Neighbors from Hell Runner. Давайте уже... Ой, темно-то почему как? Давайте уже переходить к модам. Поехали. Так, как до соседа Cuphead какой-то у нас. Мне уже этот мод давно присылали. Вышла демка, и уже за это время полная версия успела выйти. Но автор меня попросил и демо, и полную посмотреть. Не знаю, зачем посмотреть демо, но давайте. Это демо. Сосед на борту. И, кстати, да, он сказал посмотреть папку Extras. Папка Extras находится в полной версии. И когда мы к ней будем переходить, мы посмотрим ее тогда. Мы снова все в море. Но, похоже, пассажиры не могут расслабиться. Мамочка продолжает жаловаться на шум. Тем временем сосед проверяет систему безопасности в лайре. Но Вуди же тут как тут. Давайте смотреть. А, так вот в чем прикол этого мода. Мы играем за чувака из Cuphead'а. О боже, какие звуки. Да только посмотрите на это. Какая картинка. Давайте смотреть, как оно работает. Тут много иконок заменено. Но тут кроме музыки и персонаж больше ничего не заменено. Да, анимации странные какие-то совсем, конечно. Но анимация по лестнице неплохая, хотя вот эти кусочки немножко раздражают. А как мамаша нас застукает? Давайте проверим. А, да никак. Вот так анимация. Давайте смотреть на эту анимацию, но она по-любому будет обычной. А, нет. Что? Что? Она прям так сработала. О-хо-хо-хо-хо, вот это анимация. Оу, щит. Ну и давайте посмотрим, как делается пакость. Понятно. Хорошо, я понял. Какие звуки будут? Смотрим дальше. Хорошо. Ну ладно, я думаю, дальше нечего тут смотреть. Давайте посмотрим полную версию. А, сюжет. Мод выполнил. Ой, тебе Алекс Анонимус, короче, тот, который... Так, сюжет. А сюжета нету. Ха-ха-ха. Чему я не удивлен. Итак, а вот и полная версия этого мода. Давайте смотреть на папку Extras, которую нас просили. Меня просили. Блин, темнеет уже на улице, надо было раньше снимать. Уже в 4 часа темнеет. Это плохо, прям реально. Ох, помехи с хромакеем, походу, будут жесткие. Нет,
с один. Так, темнотка. О боже, это вообще темно. Ай, ладно, уж пусть так будет. Посмотрим, что у нас здесь интересненького. Чудо-висы. Угу. А чё это, блин, такое? А чё за рыба на ногах? А, вот оно что это. Типы модов. Давайте посмотрим, что это такое. Но это видео. Ну это что-то типа по системе по жанру арканоида игра какая-то. Я обязательно все видео смотреть должен. Понятно. Приснилось. Что там приснилось? Ну понятно, это, короче, картинки разные, только я даже не знаю, кто это. Снимок. А, ну это. О! А вот тут уже я. Мы пришли за твоим чудесным яблочный. Ну тут по-украински немного написано. Точнее, не вот здесь, а вот этот вот снимок. А это что у нас? Ну, я даже понял, с какого сайта это видео было скачать. Прекрасно, прекрасно. А это что у нас? Реплики, дубляжу, можуть. Мы пришли за вашим дивотортом. Пішли нах из моей пекарни. Понятно. Вуди мейк маркер. О. Нарисованный Вуди. Неплохо, 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 неплохо. Так, вот здесь уже что у нас. А это у нас. Это тот же самый Вуди. Вуди маркер. Опять он. О, вот так вот, как хромакей, как сейчас, просто отлично. Это просто свет от монитора, видимо, попадает. Светлый. Так, опять то же самое, только два. Я похоже. Ну, так я, по сути, должен каждый файл просмотреть. Их тут не так много. Опять то же самое. Ну чё, картинки-то повторяются? Ну, точнее, небольшие различия у них есть, но несущественные. Вудис. О, много. О, вот это уже другая картинка. Неплохо, неплохо, неплохо. Какие зубы-то огромные. Е-мое, почему такие зубы огромные? У него были всегда такие. Так, понятно. Еще больше. Цветной, черно-белый. Цветной насыщенный, двухцветной. Цвета наподобие. А здесь уже то же самое, только без надписи, я так понял. Так, антитлет. Ага, это Джо, Шелли, фанатский персонаж, когда соседа. Это, наверное, тоже она. А вот это я не знаю, кто. Это тоже они, только с пикселями. Sleep Dance, что за Sleep Dance? Ну, неплохая музычка на самом-то деле. Только я не понимаю, что это за персонаж. Так, ну, а, это карта. Что это за птичка из Angry Birds, блин? А, это не птичка, это какой-то очкарик непонятный. Ага, эту карту мы уже видели. Option back. Так, ну это меню. О, что-то тут опять тот же самый рисунок. Еще такой рисунок. Зачем так много одинаковых рисунков? Ой, тише, тише. Что-то типа медлея, то есть мешанины из музыки. О, так, смотрим дальше. Что у нас тут по картинкам?
Опять та же самая картинка. Карта Мексики. Понятно. Вы прелести мода, походу, узнаем еще до того, как будем его смотреть. Опять одинаковые картинки. А, вот главное меню. Это что? Финальная версия. Что за финальная версия? А, финальная версия этой картинки опять. Блин, вообще темно на улице уже становится. Давайте с конца смотреть, чтобы быстрее было. Хотя, наверное, хотя так не сильно-то быстрее будет. Ну ничего так, рисуночки. Да, неплохие картинки. Мне нравится. Но очень много повторяющихся картинок. Ладно, все, погнали. Ой, мод уже смотреть, а то стемнеет и нифига ничего не сможем, блин. Капхед, блин. Капхед, блин. Ой, темно вообще. Надо было на час раньше снимать. Да, хромакей будет глючить, извиняюсь за это. Надеюсь, тут уже сюжет будет написан. Вуди уже готовится отплывать на последний остров, но вспомнил, что раньше он договорился с чашкоголовым про помощь. Капхед согласился, ведь он обожает сделки и договоры. На круиз-дилайнер Вуди отправляется... Остров DLC. Чернильный остров. Вуди готов сразиться с боссами, ему почти понравилось летать на аэроплане, если бы не нужно было бы стрелять в этих боссов. Летать на аэроплане роль пакостника нужно было бы еще опять... Так, все. Торопимся снимать этот мод, пока окончательно не стемнело. Давай, надо было на час раньше снимать. Опа! Сосед на борту. Так, Вуди сражается с Ховен Кейсис. Там подсказка какая-то была написана. Знаете, и запомните, что иногда можно проходить с ротвейлером. Но этот уровень мы уже посмотрели, тут все то же самое по пакости. А здесь экстрим. Вообще темно стало, пипец. Я не вижу особо смысла проходить это все. Тут ничего не изменилось, кроме звуков и... Так, кто сосед или мамаш нападет? Надеюсь, что сосед. Посмотрим на анимацию. О, ничего так. Понятно. Сосед немного приостыл, понятно, понятно. Ясно, ясно. И последний уровень. Не паниковать. Ладно, в общем, мы все посмотрели. Надо заканчивать быстрее, а то так с ними. Мне кажется, в эти Алекс Анонимусу вообще не понравилось, как я обозревал этот мод. Но, и, к сожалению, он очень хотел, чтобы я галочку поставил, но только за старание поставлю плюсик. Галочку точно не получишь. Тут много текстурок, которые сзади персонажа мерцающих. Они просто все портят. Ну, а так, в принципе, задея неплохая. Ну что ж, на сегодня все. С вас и господписоз. С меня эпичный видос. Следующий выпуск, пока когда со соседом модом будет уже... 100-й юбилейный, и он будет очень необычный. Ждите, он будет скоро. Всем пока.